Я хочу сказать, что Сталин выступал 3-4 раза в год, и каждое слово его ловили. Ловили как манну небесную, была искренняя заинтересованность. Такие длинные выступления, мне кажется, это просто немножко забалтывание ответственности. Я считаю, что достаточно коротких, четких по основным стратегическим вопросам, направлениях ответов, потому что, вы знаете, нигде такой практики нету. Ни Ангела Меркель, ни президент Талант во Франции, ни Кэмерон в Англии, вот из наших коллег по большой восьмерке, никто так не проводит. Тем не менее, работает гражданское общество и так далее. Поэтому с точки зрения веса каждого слова высшего должностного лица, я считаю, ну, надо покороче.